И вновь мы здесь. Кстати, теперь мы можем узнать, что же это за трофей. Каково это? Воевать с зергами? Все заварушки, в которые мы с тобой раньше попадали, и после которых еле успевали уносить свои задницы, ничто по сравнению с зергами, Тайкус. Когда оказываешься лицом к лицу с тысячей этих сукиных детей, только тогда ты впервые узнаешь, что такое настоящий страх. Теперь поняли. На самом деле очень прикольно выглядит. Такому бы я не хотел попадаться, если честно. Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Тайкус? Да что ты? Нет, конечно. Спасибо, шериф Джим Рейнер, видимо. Прикольно. Это что? Я думал, протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. 4 года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На 2 жизни хватит. Знатный зверюга. Так, реклама, Тайкус, реклама, Тайкус, Тайкус, реклама. Черт, блин, надо что-то выбрать. Наверное, значок. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? На это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды, ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Тоска смертная, а не работа. Спасибо за интерес к нашей передаче. Кейт Локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте Джима Рейнера. Спасибо, Донни. Аппетиты Рейнера явно растут. Вместе со своей бандой он напал на археологическую базу Доминиона и, судя по всему, похитил опасный инопланетный артефакт. Как раз сегодня император Менгск высказал свою точку зрения по этому вопросу. Трудно представить себе, какой хаос могут обрушить на наши миры безобидные, на первый взгляд, артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, Тайк. Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что скорее излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Так кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. Их контора называется Фонд Мёбиуса. Фонд Мёбиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. Ты-то да. Ладно, собственно, все здесь изучили, посмотрели и поехали по миссиям. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции «Дальняя» и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. За это мы получим бункер, и время чья, короче, начинается. Поехали. Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста.
Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! И если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через 1 час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти 2 моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно! Я был в куче таких заварушек. Только там зергами и не пахло. Кого, подлата? Есть ли... Так, приказы, ладно, короче, размещаем народ. Думаю, вот так вот сделаем. Хотя нет, знаете, наверное, посадим-ка их вот так. Оп, слыханулся. Ладно, ничего, бывает. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Все это надо придержаться 20 минут. ТСМ готов. А вот и они. Целься! Пристройка завершена. ТСМ готов. Пристройка завершена. Что происходит? Эй! КСМ, на ремонт бункеров. Круто. Пиздали КСМ-ку на ремонт бункера. Всем, кто слышит это сообщение, мы окружены. Находимся у станции дальняя. Нужна помощь. Надо помочь ребятам. Есть, КСМ готов. Превосходно. Максимально быстро их спасти. Круто! И постараться не потерять хп. Я уже думал, нам конец. Выполняю. Почему бы и нет? Все понятно. Окей. Как скажешь. Жду не дождусь. Давно бы так. База атакована. Так, здесь тоже наши пройдемся по-быстрому. Атакованы. А? Как скажешь. Кому обнаружена группа летающих зергов. Время прибытия. Лоханулся немножко. Прямо сейчас. Задавим их интеллектом. Сейчас прибудем. Я забыл, что здесь пойдут более такие жесткие ребят. Блин, теперь придется тратиться на бункер. База атакована. Как скажешь. Прочь с дороги. Бегомор. Ладно, по крайней мере мы смогли хоть что-то сделать. Черт, она походу потеряется. Да. К сожалению. Нужен бункер. Понял. Вот, давай. Срочненько. Вот отсажаем всех убитых. Кто на новенького? В принципе, можно даже 2 бункера поставить. Здесь сделаем сразу улучшение. Ты сразу строишь. Кому навешать? Это пройси добывать. Недостаточно минералов. Так, убитый. Сюда, сюда. Я уже... Давай, удиви меня. Давно бы так.
помощь! На помощь! Нас окружили зерги! Если можете, помогите! Ну давайте, выбегаем. К ребятам. Прочь дороги! Выполняю! СМ готов! Все понятно! Вас понял! Окей! Тем более, что мы там все зачистили. Парни, как же мы рады вас видеть! Выведите нас отсюда! Почти никого не потеряли. Круто. Так, вас и, пожалуй, вас. И здесь осталось. Так, надо бы еще построить. Недостаточно минералов. Который будет производить нам что-то более полезное. 52 бункера нам нафиг не сдались. Так, надо защититься от воздуха. Есть работенка. ГСМ готов. Выкладывай. Пока живем. С одним диком, но пока живем. Завершено. ГСМ готов. Ну да, конечно. Владиш, давай, удиви меня. Вооружен и опасен. Встаньте от моих бункеров, как гады. Скажешь. Так. Выкладывай. Вооружен и опасен. Что происходит? Есть, сэр. Требуется дополнительный, говоришь, хранилище требуется. Ну давай попробуй. Что стряслось? Пристройка завершена. Поди ж ты. Как скажешь. Кого подлатать? Ура! Сверхурочные! Оп-оп-оп-оп-оп-оп. База атакована. Они у меня пока массово стрелять не научились. Так точно, сэр! Держитесь! Помощь на подходе! Вооружен и опасен. Так. Сишку отсюда тоже тырим. Выкладывай. Улучшение завершено. Требуются дополнительные хранилища. Приказы будут. Отлично. Ну, таким вот макаром перемещать будем наши отряды. Нужна помощь! Мы окружены! Кто-нибудь нас слышит? Еще бы. Так, пойдемте спасем ребят последних. Блин, там плеточка уже выкопалась. Хреново, конечно. А кому навешать? Точнее! Конечно! Давай, удиви меня! Кто не дождусь? Что за спешка? База атакована. Надеюсь, там ребята справятся. Там ничего интересного. Превосходно. Ага. Рады тебя видеть, Рейнер. Ждем приказаний. Бегу. Приказы будут. Что за спешка? Круто! Так, ну здесь вроде все живы, тут тоже отлично! Живы. Отлично! Так, и нам нужны хиллеры. В
База наша КСМ атакована. Ну, и зря они так решили летать. Выполняю. Почему бы и нет? Пристройка завершена. Доктора выживали? Короче, все оттуда. Тихонько клепаем армии. Улучшения, в принципе, у нас все более-менее сделаны. Круто! Что происходит? Доктора выживали? Так, сейчас вот здесь вот волна атаки пойдет. Бегом, Марс! Требуются дополнительные хранилища. Вас понял! Брось с дороги! Требуются дополнительные хранилища. Я думаю, дополнительные хранилища нам не потребуются. Дополнительные хранилища. Просто заранее дозакажем. Ну, все будет окей. Кого подлатать? Вооружен и опасен. Я уже заждался. Месторождение минералов выработано. Что происходит? Эй, выкладывай! База атакована. В принципе, изи. 5 минут осталось. Кому наверх? Нужно продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Вас понял. Можно, конечно, пойти попробовать повыполнять достиженьку. Жду, не дождусь. Ну, что-то как-то. Приказ получен. Пока меня более-менее устраивает все, что я вижу. Отлично. Так, главное сейчас просто убить опухоль и, короче, что-нибудь сделать интересное. Блин, надо, кстати, вот это вот убить. Так, давайте, не знаю. Просто сейчас надо, короче, продержаться. Осталось там всего 4 минуты, поэтому почему бы нет. Ждем, надеемся и верим на то, что у нас хватит армии, чтобы сдержать всех клятых зергов. Так, вступление. Перебьем гадов с двух сторон. Ну, там-то справится, вот здесь вот обычно проблема. Готово. Так, у нас десантик сраный на нас бегает. Сейчас там опухоль, наверное, появится. Так. Ну, вроде нормально, вроде справляемся пока. Надо, кстати, по-хорошему было бы убить, конечно, все то, что там было, но что поделать. Убьем опухоль. Отлично. Жду, не дождусь. Еще минус одна. Давно бы так. Вот, надо было на самом деле на базу зергов сходить и убить их к хренам. Было бы, наверное... Круто. Ну, я думаю, что я просто прохожу пока миссии, я не собираюсь пока выполнять ачивки. Если кому-то очень захочется, я, конечно, могу попробовать выполнить те или иные ачивки, если они являются сложными. Так, истребляем опухоли, чтобы они тут не гадили. На последних пару минутах там, по-моему, начнется наступление такое довольно неплохое. Харас от зергов. Насколько я, по крайней мере, помню, он, по-моему, не будет останавливаться. То есть там будет постоянно кто-нибудь на нас нападать. То сверху, то снизу, то еще откуда-нибудь. То летучие, то и... бегающие, то крылатые, то еще какие-нибудь. В общем, все на нас будут нападать. Все будут пытаться нас убить. Но я думаю, мы справимся. Что-то ребята справляются. Я думаю, размотать немножко наши войска по карте. Немножко туда, немножко сюда. Пусть наш чувак починит. Оу, чет, у нас сломался. Сломался наш, этот, как его, не бункер, а... Черт, я забыл, что хранилище. Да, хранилище сломалось. Прям проблема. Мандир, ничего. Это Мэтт Хорнер. Держитесь, корабль на подходе. Да ты не торопись, Мэтт. У нас полно времени. Мужик, не спеши вообще. У нас здесь все под контролем. Можешь, в принципе, никого не присылать нам. Я думаю, мы справимся сами. По крайней мере, мне так кажется. Ну, по крайней мере, пока. Пока все живы. Может быть.
Но я не уверен, что надолго, потому что она нас постоянно здесь выходит. Блин, я на F2 забываю. Короче, мне надо научиться разделять войска на самом деле. Но, честно говоря, лень этим заниматься. Будем проходить по-нубски, короче, как я обычно это делаю. На удивление ветеран, ну, по крайней мере, надо... О, все. Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Доктора вызывали? Так, ну, собственно, все, миссия пройдена. Надеюсь, вам понравилось. В принципе, меня устраивает то, что... То, и как я прошел, как я говорю, я не выполнил задачу. Но всем пока. В следующей серии увидимся.